На эту землю посадил я конопля. 26 июня 2016 года в Управлении по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области поступила информация о том, что некие местные жители занимаются незаконным культивированием марихуаны. В тот же день сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с Управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД Южно-Казахстанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе Энтымак города Шымкент на участке в 1,5 гектара обнаружили посев наркосодержащей марихуаны. Полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств 576 кустов марихуаны общим весом свыше 100 килограммов. Есірткіге ұқсас өсімдіктерді арнайы қатарға арықпен баптап еккен, яғни ардайым суарып. Здесь видно, что насаждения, похожие на марихуану, тщательно выращивались и поливались. Здесь даже видно поливной канал. По подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 3 жителей города Шымкент 1967, 86 и 88 годов рождения, двое из которых взяты под арест, а третий находится под подпиской о невыезде. Раньше на этой земле я выращивал арбузы и дыни, сейчас выращиваю коноплю. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 300 «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Назначены экспертизы, проводится досудебное расследование. Днем 28 июня примерно в 4 часа дорожно-транспортное происшествие с участием 3 легковушек Мерседеса, Опеля и Тойоты произошло на пересечении улиц Жильтоксан Дулате. По словам очевидцев, водитель автомашины Мерседес, двигаясь по улице Дулате в сторону центра, пытался повернуть на улицу Жильтоксан в сторону парка Абая. Вот только не рассчитал траекторию маневра и задел Опель. В результате резкой остановки обеих машин в заднюю часть авто врезалась Тойота. Никто из автовладельцев не пострадал, автомашинам нанесен ощутимый материальный ущерб. Около 11 часов вечера на пульт 102 поступил звонок от владельца небольшого продуктового магазина по улице Толиби о том, что неизвестные люди пытаются установить рекламный щит на пересечении улиц Адырбекова и Толиби. Приехал этот грузовик, вышли несколько человек и разгрузили все необходимое оборудование. Я поинтересовался, что они хотят делать, на что мне ответили, что они из какой-то там компании Alpin Group и хотят установить рекламный щит. Я спросил, есть ли у них разрешительные документы. Они сказали, что нет. Я и вызвал полицейских. Увидев инспекторов и телекамеры, рекламщики поспешили погрузить свое добро обратно в кузов. А на вопрос, что они хотели делать, наша съемочная группа получила неожиданный ответ. И мы просто остановились поправить здесь. Вот попросил срезать Иван Кираж, что здесь не стали. Вы вообще благотворительные. А почему разгрузка происходила? Потому что сейчас видели о том, что вы задвигали туда. Они его сняли, поставили. Сотрудники дорожно-патрульной службы добровольным помощникам смогли лишь указать на нарушение правил дорожного движения остановку под знаком «Стоянка запрещена». Нарушителям был выписан административный протокол.